Доброе утро! Сегодня 19 июля 2017 года. Я побежала по делам. Дела у меня в банке. Я вчера пыталась купить билет в Пуэрто-Рико. И у меня не срабатывала система в Expedia, чаще всего которой я и пользуюсь. И они постоянно мне писали, что подождите минуточку, еще раз попробуйте. Вот я попробовала несколько раз, и в результате у меня сейчас в банке более 3000 долларов долгу, который, естественно, не мой. И я почему-то не связалась с ними по телефону вчера вечером. У меня все компьютер, и компьютер отвечал, поэтому я думаю, я лучше бегом сбегаю в банк, чем я буду там добиваться, когда меня с компьютера переключат на живого человека. И пошла я в новые вот этой маечке, я все новые вам наряды надеваю, потому что я не помню, что у нас было, а что не было. Вот эту блузочку я надеваю первый раз. Маечка такая, она маечка просто шикарная, широконькая, и она у меня вовремя, потому что, ну, пора привыкать носить одежду пошире, чтобы возрастные изменения не очень бросались в глаза. Я в Москве полюбовалась на свою подругу, у нее было значительно лучше моей фигуры, но почему-то быстрее стала меняться, и она ходит в таких вот распашоночках, в платьишках, ну такая хорошенькая, ну прям мечта. А я все еще стараюсь там чего-то подтянуть, показать, что у меня талия присутствует. Уже уймитесь, уже носитесь по возрасту. И эта маечка еще будет в радость тем, кто все ругается по поводу паха. Ребята, о чем вы? Про пах я вам уже говорила. Это у вас пах, если вы себя не любите. А у меня это треугольная тень одной из частей моей души. Как у Марии Арбатовой. Я себя очень люблю. И в этом возрасте люблю. И причем люблю больше, чем любила когда-то. Себя в детстве. В детстве у меня было много недостатков. Теперь у меня недостатков нет. Я вот такая вот совершенная. На ноги я нацепила босоножечки в цвет наш же нейтральненький. Он такой беленькая полосочка и две полосочки. Вот совсем-совсем светло-бежевенький. Вот практически как штанишки. Штанишки у меня столетние. Штанишки я привозила еще из России. И они вот эти как раз тоненькие. Вот эти как раз тоненькие. Их действительно надо завешивать, потому что мой целлюлит просматривается сквозь эти штаны. А те розовенькие, которые вы очень ругали, они как раз плотненькие, они хорошенькие. Они так все прижимают мои целлюлитинки. А вот эти вот подлюки уже все показывают. Ну, я их покупала, когда мне было 46, наверное, лет или 45. Тогда у меня этих проблем не было. Но то, что они до сих пор сидят, очень даже прилично. Это все-таки мое достижение, что я в этом возрасте могу носить те вещи, которые купила 13 лет назад, и с удовольствием их надевают. Одни из моих любимых штанишек. А сумочку я возьму тоже новую. Мы с ней выгуливали тут без вас. Почему-то я вам не показываю. Вот шикарная такая сумка. Я вам хвасталась, когда я ее купила. Я ее купила за полную стоимость, чего я не делаю уже много лет. Но вот такая очаровательная сумка, что я не смогла ее не взять. И она очень ко многим комплектам подходит. Шикарный цвет, просто шикарный. То есть ее и в первый мир, и в добрые люди, и пусть у нас все будет самым лучшим образом. Очечки сейчас подберу, какие-нибудь тоже шибко красивые, и буду абсолютно счастлива. Из ароматов у нас сегодня мы будем вот из этого пробничка пробовать. Это от Прады, то, что нам очень рекомендовали. И это абсолютно новый аромат, и в принципе он очень такой нежненький, называется La Femme. Я не читаю по-французски, пардон. Говорят, что будто бы это женщина или что-то. Не знаю. Но будем пробовать. Пробничек вот такой. А зачем вы два раза брызгаете? Можно знать? Боитесь, что промажете? Я сегодня не буду потирать руки. Ну вот еще на один раз нам хватит. Приятно очень. Приятный аромат великолепный. Пойду украшать планету собою любимой. Спасибо, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.